году. Я хочу, что у вас хороший день. Франца. В интернете человек хайпанул, который нам рассказывал про города и про страны. Вот он, встретили его сегодня в Канте. Париж, второй город, Марсель, третий город, Лион, четвертый город, Бордо, пятый, Монпелье. Китай. Китай? Да. Крупнейший город Шанхай, столица Пекин. Будапешт. Город Гуанчжоу, Гонгон, Бангкок, Харбин. Бангладеш. Это шестой мир. Столица Дака. Британия. Крупнейший город Лондон. Второй. Бирмингем. Третий. Манчестер. Четвертый. Ливерпуль. Пятый. Глазго. Шестой. Эдинбург. Германия. Крупнейший город Берлин. Второй. Гамбург. Третий. Мюнхен. Четвертый. Франкфурт на Майне. Пятый. Штутгарт. Шестой. Шестой город. Ганновер. Седьмой. Кёльн. Восьмой. Бремен. Лейпциг. Дрезден. Дюссельдорф. А как тебя зовут, брат? Сам с Люксембурга, да, будешь? Да, я здесь. А ты что, учителем был или что? Или как ты географию изучал? Я не достигнутый учитель. Просто сам изучал, да? Да. Давай Кыргызстан. По величине. Кыргызстан, по величине я скажу. Первый город Бишкек, второй Ош, третий Джалабад, четвертый Такмак, пятый Каракол. Глубина Марианской впадины. 11 022-23 метра. Глубина Иссык-Куля, давай вот самая легкая, глубина Иссык-Куля. 72 метра. А есть еще второй вариант какой? Второй молодчик-то, грамотный. 690 метров. Да.